чтобы жить счастливо. Поэтому, Лариса, мы тебе хотели отдать эту почетную сегодня должность стать берегиней этого красивого праздника и берегиней для наших молодоженов. У тебя в руках каравай. Породни две семьи. Сделай так, чтобы из двух разных семей вы превратились в одну большую и дружную. Угости караваем каждого гостя на этом празднике. Пусть каждый из вас хотя бы кусочек каравая обязательно попробует. А ведь каравай — это не простой хлеб, это священный.